Ну что ж, ребята, всем привет, и мы снова продолжаем проходить игрушку Снайпер Элит 4. Погнали. Монастырь. Тому свидетельство операция в порту. Враг, наверное, уже наладил производство новых ракет. Найденные мной детали вряд ли предназначены для другого. Мы, конечно, нарушили производственный цикл, но сколько таких комплектующих уже отправлено в Алагру? Насколько близки нацисты к серийному производству ракеты Кеслера? Пока ясно одно. Мафия обкрадывала порт. УСС хочет воспользоваться этой ниточкой. Особенно после вклада мафии в операцию «Эскимос», в ходе которой удалось захватить Сицилию. Уивер хочет, чтобы я встретился с Сальваторе Динелли, местным преступным авторитетом. Его можно склонить к сотрудничеству с союзниками и партизанами, но все имеет свою цену. Появляйся в доме. Багет, снова Франция. Здорово, ты кто? А, бутылочка Кьянти, урожая 13-го года. Счастливый день. Сеньор Динелли. Можно Сальваторе, просто по имени. Мы ведь с тобой друзья, верно? У нас общие враги. Мы готовы вас от них избавить. Было бы неплохо, мой друг. Можете начать с Пьерро Капо, командира черной бригады. Этот человек – варвар. Неужели? В монастыре полно предметов искусства. Картины, скульптуры, прекрасные работы. Я знаю из достоверных источников, что Капо планирует все это вывести. На продажу? Разумеется. За такие сокровища можно выручить круглую сумму на черном рынке. Выяснить бы, как он будет осуществлять перевозку. Тогда можно будет что-то предпринять. Конечно. Чтобы нам по-настоящему подружиться, надо решить вопрос Капо. Мы понимаем друг друга? Конечно. Я все понял. Чудесно. Капо носит четки, подаренные ему матерью. Он никогда с ними не расстается. Принеси их. И я увижу, что ты выполнил работу. Четки? Прям как у гопника? Нормально. Или может это что-то другое? Противотанковые орудия разнесут союзников в клочья, если пойдут здесь. Есть такая вероятность? Немцы считают, что да. Сейчас затишье, но уже почти неделю ведутся обстрелы. Может начаться в любой момент. Лучше нейтрализовать их, Карл. А, снайпер! Я слышал, хочешь с нами дружить. Каких только чудес не творит война. Монастырь. Владение Капо. Туда не пробраться, не уничтожив горную крепость. Горная крепость защищает монастырь? Угу. Логично. По всему видно, что за монастырем присматривают. Это все из-за аббата. Он помогал фашистам. Работал на них. Лишь бы сберечь свой бесценный монастырь и его сокровища. Вот опять же. Чудеса войны. К
Странно, что в катсцене не показывается мой арсенал. Так, я думаю, я все задачи взял, да? Вроде бы все. Тогда погнали. Нет времени любоваться пейзажем. Нужно разобраться с Капо. Черт, черт, залезь обратно. Кадемит. Тихо, тихо, тихо. Нет, нет, нет. Что зачекать его? Я сюда хочу слезть вообще-то. Я там калибр. 8 патронов. Смотри, шаг появился. По одному патрону. Бэм. Вот и все. Questo è un vero capolavoro. Ma che colori! Davvero magnifico! Не, ну это, мне кажется, можно прям... Никого нету. Ту-туру-туру. Нафиг. А я могу залезть? Лезь. Блин. Это чё? Тихо, 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 тихо. Патроны почти на нуле. Я пытаюсь, как могу. Ту-турун-турун, ту-турун-турун, ту-турун-турун. Чёрт. Тихо. Чилл-аут. Ляха-ляха-ляха-ляха-ляха-ляха. Заряжай давай другие. Ma questo, sul serio, questo è il mio preferito. Se solo quel buffone di Dinelli sapesse che lo sto portando via. Что это было? Лата. Топ. Пометь не ту точку. Тут наша точка. А я могу залезть сюда? Да, могу. Ту-ту-туру-туру, я могу. Ту-ту-туру-туру, я могу. Эй! Здесь патрончиков. Я. Yeah.
снайпер. Ау. Надо было печень. Где у человека печень, я не помню. А, внизу клопаха, кажется. Ау. Ёпа ты ты. На меня калибр. Ой, ёпа. Ну ты злой с флайером. Вау, это аэродроп. Блин. Точнее, это авиаудар, блин. Ау-а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 у
Блин, граната не вижу. Ты, блядь, слов нету. Твою мать! Блин, я не могу убежать отсюда, сука. Ладно, тогда придется левик брать. Хотя, мне кажется, тут не поможет. Да, мне тут не поможет. Надо винтовка как-то вылазить. Бля, ну как так я спалился? Сейчас. Херевась. Ну, блин, там снайпер еще меня контрит, да бля, хабуха. Не контри меня, урод, блин. Где эта, сука, вон она, блин. Лови. А, не туда гранату кинул. Нет, дайте убежать, бляха, она, блин, все в меня летит, сука. Сука, щука, 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 бесит. Бляха. Куда мне бедному податься, алё? Ты на месте. Все, все патроны в него.
Стой на месте. Блин. Оу, блин. Блин, иди нафиг. Еще придержись. Патронов надолго. Да. Такой злой прям на меня. Не. Пойдешься? Ну, ты шо? Вот тут опять хотя бы. А, трясет. Патрон. Этого я и ждал. Хилки нету-то. Хилки-то нет. Значит, и жизни нет. Далеко, ну блин, в реальной жизни бы попал нормально бы. Бы сдох там уже. Нужно найти еще патронов. Фак оф. Подходите. Я в гранату попал. Вот когда не надо, я попадаю. Вот. Супер-супер-пупер. Обожаю. Давай в гранату. Где граната? Нету гранаты. Где твоя граната там? Ну нету ее, ну просто. Все, видите, исчезла. Изи сплит позицион. Пошел нахер. Ага. Откуда? Непонятно. А что там писал с мины? Твою мать. Похуй рашу. Блядь, идите на. I hate you all guys, hate you motherfucker now. Not. Кстати, где человека печень? Понял, ха-ха. Все, вспомнил. Тихо. Уа! Давай без гранат. На хейтит. Чё? Ты хер... Ты... Слышь, валхакер. Бот валхакер, всё, репорт кидай. Да, репорт, пожизненный репорт, нау! Читы не... Стоп. Да... Пошел ты и. Ладно, понял, надо далеко отбежать. Как убегает от корсара первого. Так.
Хотя, в принципе, пока не агрится, можно залутать. Почему бы и нет? Найти аббата? Что это такое? Кто это такое? Аббата. Почему я это сажать не могу? Хотя бы батон. Хотя бы буханку. Сейф. Что-то нашел, что-то нашел. Патрончики. О, это звуковые. Берем. И еще наверх. То есть можно заправить эти. Бинта, кстати, нету. Бить офицера, бить офицера, бить офицера, цера, цера. Так, стоп. Секунду. Кое-что проверю. Ниже грудака. Е, ты где? Нет, мне кажется, разобьюсь. Иди сюда, тут шумно. Это похоже на печень? Встань ты хоть на ноги. Для приличия. Ведь надо, чтобы я прям залез. Ну и где он? Хотя можно прям по ним попасть. Подожди. Навскидку, что? Нет, не то, это не печень. Это не печенка. Нет. Это кишечник. Нет. Не то. Айн. Это все не то. Топ тебе. Нет, это легкое. Еще сердце. Слушай, кстати, будет выгодно, если сейчас залезу. Вроде бы все рядом. Вроде как. Я куда? Офицер!
О! Почка! Почка, 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 его сын и медведь. В смысле ты... Нет. Нет. Просто убийство егеря. Да ты пошел ты нафиг! То есть я не вижу из-за куста, а он меня видит. Чертов имбот. Имботер фигов. А где, 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 где? Ну где он был, блядь? Я смотрел в него. Что за хуйня? Ну вот он, блядь, ну что, где? А, не надо мне твое легкое. Нужен печень. Живу ради печенки, печенку Лоли. Стой, Игорь. Стой, Игорь. Игорь, стой. Игорь. Игорь. О. На спидах прям печень. Блин, непонятно где. Непонятно, куда я попал. Ты! What the fuck? What the fuck? Слышь, ты где? Тупи, надо убирать отсюда. Блин. Еще сердечник. Я не хотел туда попадать. Нет. Тем-тем. Шо типа? Шотган тайм. Тут тра-там. Па-па-па-па-па. Everything I want. Скрытно бой. 5 опыта. Ура! Ама скрытный боец. Бля! Граната! Ма! Гранаты. И чё? И чё? Так, там бежит ефрейтор. Где твоя почка? Блять! Засранец. Вперёд! Не понял. Опять легкая. Не надо мне легкая. Что-то многовато легких с собой. Ой, это шо? Печень? Нет, это легкая. Такое тайне легкое. Чё она такая маленькая? Ладно, вызовите конвой. Нам это туда надо.
Чем мы полетим, блин, путы калибром пользуюсь сейчас? I don't know. Все равно шумлю. Блин, нормально-то за столбом. Бля, стой! Щенок. Шинок. Залезь. Сюда не залезу. А, беги, беги, беги. Черт, блин, блин, бла. Все, блин, сейчас если высунусь, меня убьет. Ну, блин. Он за деревом, я не мог, блин, выцелить. Какое место. Сердечник. Хай. Ну давай, давай. Шо тянем время? А вот показывается улучшение. Да, вон, вон слева. Суммарное расстояние. 25 убить взрывами. Использую окружение. И 10 печень. Печень только одна. Попалась, блин. Я еще не понимаю, спереди она или сзади тело. В легкое, ну ты со своими легкими. Не, ну у нас спереди. Что-то не тянусь. Кто-то меня хочет. Блоха! Еще в гранату попал. Вообще провокатор. Провокат. Equals equals что там? Тихо. Блин, если выбегу, то он меня может спалить. А, пофиг. Давай. Run, boy, run. Ну его заденет, но он не умрет. Хима там людей. Точнее, ботов. Слушай, если... Граната! Фейк. Ты чё, выжил? Ты чё, больной? Ну какое-то сердце, ну...
пылесос. Да-да-да, все-все-все, ну, понял, спалили меня, как с поличным. Какого... лешего ты выжил? Все. Так, чекаем. Ура! Эксплошн есть. 10 двойных ублишь, ух, не, нафиг. Так. Звезды маскированы выстрелом. 50 попаданием в голову, 50 без спокойным пульсом. Печень такая злая. Мне печенка не попадается никак. Ну вот. Грудак. Где-то здесь. Ура! Печень моя. Моя печень, хихи. Навскидку. Не то. Навскидку это this is bullshit, это не то. Ну-ка встань. Блин. Бесись. Не беси. Надо как-то повыше, что ли, сесть. Опять сюда вернуться. Где он там? Вон он. Печень вот здесь. Он до сих пор меня целит там. Намана. Ты где, артист? Что ты? А, теперь он ту сторону выцеливает. Окей, хорошо. Хорошо. Фу. И это... Ура! Печень. Туру-туру-туру-ру, печень, печень, туру-туру-туру-ру, печень, печень. Печенка дана. Ау-ау-ау. Ладно-ладно, я далеко зашел. Сколько там? 5. Выжил? Он выжил.
Он просто выжил. Охренеть. Тормози, бегун. Блях, побежал, блин, марафонец, слышь? Опять на скид какая-то. Фу ты, блин. Блин, он просто руку пробил. Ма. Что если... А, ну тут еще... Остановить сначала. Давай поищем что-то. Ладно, давай. Big Tiger, запускай. Мины. А как узнать, что тут мины? Я типа реально. Патроны пистолету. Не к пистолету мне надо. Не, ну пистолету тоже хорошо, но... Это бинт! Это бинт! Снова слышу. Надолго ли? Печень у нас тут. Нет. Опять этот говномешок попал. Куда? О, привет. Да, блин. Да, я в руку попал. Все равно. В чертову руку. Так, ладно, что-то далеко от своей задачи бежал. Наоборот, туда. Танк, ёпта.
Но, блин, печень, ну... Что ходил ее? Легкая. Где-то самым разот на печень. Свистун. Это не печень. А, ну да, это печень. Сейчас это печень. Конечно. Слушай, если честно, там гранат понадобилось. Смотри, сколько их там. Блять! Ах, ловите. Бом. Я не знаю, куда попал. Никуда. Блин, вам грену хочу закинуть. Сранцы. А вы не даете. Во! Хе-хе! Прям в него. Ну! Одного. Оно. Блин, убил одного, бьет меня другой. Тихо. Ему пофиг. Печень. Там же. Ну как не там? Навскидка, но это не то совсем. Снова. Уйоу! Офига себе! Фигах там много. Где у тебя печень, дружище? Это легко. Ладно, убейте меня, убейте, пожалуйста. Я буду учить, где у вас печень, блин. Давай.
Я буду учить, где у вас печень, блин, самонали. Легкая. Легкая. Что? Легкая. Печень. Все, запомнил. Все, все, все. Что-то не то. Блять. Камень ловите. Нет. Найн. Да чё тебе... Нет, не пошатало. Это же вроде дробь. Кстати, сколько там надо? 120 метров для попадания гранаты. Помните? 20 метров? Ну, это и есть 20 метров, нет? Да блядь! Еще попробуй, блин, убей. Живучий писец. Ну что это такое? Что это засчиталось, типа? Нет! А где 20 метров, ну? А, вот пишет 7,1 метр. А как это? Я 20 не вытяну. А-а-а! Нет, он даже должен быть тогда какой-то особенный калибр, а не, блин, дробь. 20 метров с дроби, ну ты чё? Всё, он не долетает больше. Ну, нет, это деб... Нет, это... Не-не-не-не-не, всё, нафиг, это дебилизм, 20 метров. Меня извини, но нет, не надо. Апти, нифига себе, вот это мужирую. Дизайн. Думаю, я собрал все, что мог. Тогда поиск в печенке. В таком случае. Кишечник пробили. Найдите документы. Далеко. Аптечка, бинтики. Судя по этому офицерскому дневнику, аббат не так прост, как кажется. Топа меня так шмонает.
Какого леса? Он живой, лол. Мам. Кровотечение. Ладно, блин, за голову. Нечей. Ха-ха. Capolavoro. Che colori! Davvero magnifico! Позвольте конвой. Теперь подождем автоколонну. Нужен хороший наблюдательный пункт. Э? Какой? А, надо вывести. То есть, блин. Фига себе. Ладно. Блин, подожди, нет, ты поворачивайся. Печень тоже была. Шо, не выцели? Что сделал сейчас? Подбежал к машине горящий. Упал резко и умер. Какой умный бот. А, я блин, смотрю, кто тут такой. Questo è il mio preferito. Questo. Ля, танк. Это шо? О. Это бензобак? Так. Блин.
Нет, не то. Не то опять. Блин, как они, блин, эти кишки оба рядом друг с другом. Молдить. Смотри, он едет только медленно. Но зато тебе далеко не едет. Шо, решил забить уже на меня? Просто убийство. Ладно, фиг с тобой. О! Забыл про танк. Тихо. А! Бля! Больно, больно. Ура, ура, ура. Беги. Ура. Так, а чё это у тебя закрыто там всё? Нет! Почему меня прислал куда-то внизу? Чёрт. Чёрт, а с вами спалил опять. Блин. У него вроде бы открывать там этот отсек, а вроде бы и нет. Вот опять тебя закрыть сейчас. Теперь думай, блин. Слушай, может просто подойти и заложить его? Да, вот, у него два отсека закрытые просто. Ладно. Беги. Записка какая-то. Бери! Наверх!
Пошел нахер. Напугал, блин. Танк. Где наш мускулистый танк, который хрен пойми как пробьешь. А не падай. Я думал, я водителя вынес. Нет. Беги! Беги! Маха! Щит! Эм, ой! Так, а пулеметчик же ведь минус, да? А остальные не двигаются там. Ща мы тебя заложим. Ща мы тебя заложим. Там единственный живой остался. Держи. Держи, фейерверк. Думаю, тебе понравится. Еще надо печень еще набрать. Три печени, три чертовы печени. Goddammit. Goddammit. Тут ничего. Меня распалили. Один патрон, кстати. Во-первых. Чёртов кишечник. Да блин. Сколько можно не туда попадать. Эх. Вон не все сверху. Thank you.
Опять легко будет, походу. И он домагалем подошел. А что это было? Ладно, неважно. Ладно, целевых единиц вообще как будто... Как будто не попадали вроде бы. Все, он такой, I'm out of here. Или нет? Ладно. Так, а что мне здесь искать? Типа, блин. Ну, допустим, домик. Ну, чтобы мы задавал гражданскую селену, что-то еще, конечно, стрелять. Доказательство. То есть документ. Это не печень. Это почка, блядь. Патроны почти закончились. Та-ра-та-тан, та-ра-та-та-тан. О! Почка. Что это теперь-то? Мне нужна печень, бляха. Братик, дай печень. Это не печень. Это кишечник. Кишка тонкая, не тонкая. Ну и погоди, может параметры. Где-то информация вообще? Это параметры, сложность. Измененная, что? Пользуйтесь настройкой сложности. Только стрелок норм, движение будет. Сложность, только стрелок норм. Такого. Хардкор, не. Не. Так, надо доки искать, как я понял. Что-то давай искать. Блин, а что-то в доме значит попустил. Ломается еще, оказывается.
А, чё? Что здесь такое? Чё это за данж? Список фамилий. Просто список фамилий. Окей. Сюда мы не можем залезть. Как и сюда. Только сюда можно. Хорошо. Печень! Hello! Вот печень. Hello, печенка. Hello, my honey. Печенка! Нет, ну я печенку попал. Я ж попал, ну, там была печь. Всего лишь одна осталась. Фига, они там в линии выстрелили, смотрите, на карте. Шо, бунт? Подожди. Сверху нету. Ребят, что за нафиг? А где я? Что за... Что за линия стрёмная? Мне это не нравится. Я понял, где они. Серьезно. Позиция повыше надо взять. А вот только где? В задницу под сраку прям. Ну что, кроме, кстати, печенки надо еще было. Всего 10 километров взрывы поюзать и чёлка, в курс. Что, всё, забили? Или нет? Или да?
под вопросом. Вас спалили. Хоть я их даже не видел. Шо бежать? А, вон он где. Наверху решили покрыть. Ну-ка, встань-ка, дед. Блин. Мрамор мешает. Просто килл. Ай, блин. Сидят там сверху что-то. Вообще меня видите, алло. Если я вас не вижу, вы меня of course увидите. Тихо. Только спокойнее. Опять в линию выстроились. О, какой ты толстый. Ты толстый. Толстый. Где свисток? Наверх попасть, теперь вопрос. Все, нашел. Но я все равно не вижу. Печень. Где печень? А! Кишечник, бляха! Короче, сейф, и будем думать опять эти кишечки. Нет. На скидка, бляха. Печень, ну здесь где-то. Смешно. Бочку! Понимаю, у меня две почки, но, блядь.
печень! Ура! Конец-то завязался эта печенка хреновой. Так, теперь. Револьвер. 20 бизнес замаскирован выстрелом. Спокойно. Да, на лайтанд. Шо? Не расслышал. Ты хотел что-то крикнуть? Или найн? Так, ну-ка. Эй, друзья. Один тут заныкался. Куда? Пиу! Мне засчитывают хотя бы? Со спокойным плюсом нет почему-то. Голову считают. Замаскированным. А это что, не замаскированный? Как понять замаскированное? Я что-то не втягиваю. 20 убийц замаскированным выстрелом. Как это? Ну, типа... Что это должно значить? То есть дозвуковые припасы не должны быть присутствовать, как я понял, но... Хорошо. Почему бы нет? Сейчас вашего откапа ничего не останется. Чекай. Нет, стой! У тебя есть кое-что для твоего дорогого сеньора Динелли. Динелли. Это не совсем маскированный выстрел был. Лечимся. Так, F5. Еще надо было залутать. Да ладно, он сверху. Тут ты гонишь. Чё это? Кто это там? Это был замаскированный? Нет! Со спокойным пульсом давай, ладно, выполню хотя бы этот. Ой,
дудка. Ля, и трубник. Ой-ка, там нашел братишку. Все понятно. Четкие. Четко. Так, что там надо? А, наверх. Давай тогда поднимемся. Поднимемся вверх. Не знаю, правильно ли я бегу? Мне кажется, нет. А, какого черта? Что за головоломка? I don't like it. Просто спуск. Ничего. Притча о добром самаритянине. Какая-то лестница. Может, та самая? Что за данж? Стрёмный данж. Куда ты меня ведешь? Какого? А? Почему? Да. Тут мы были. Только этот проход не взяли. Открывай! Ай-ка, сюды. Сюды. Это мне ничего не дало. Второй этаж. Блин. Какого сена? Да ладно, тут было это. Господи. Требуется код от сейфа. Нафиг. Никаких кодов. Только бабах. Значит, аббат помогал людям бежать. Храбрец. И правда храбрец. Стоп. Граната. Мэо, здорово. Сейчас успокоим пульс. Он тут типа спрыгнет. Или хотя я попробую еще разок скрытыми патронами.
солидный профессионал. А, я тебя вижу, скользкий. Ну, считается, нет? Ммм, вообще. И в какую? Здесь может быть только один снайпер. Это я. Так, что там нам дальше? Что же оружие? Ладно, ребята, уничтожим оружие уже в следующий раз. Здесь мы остановимся.